Всем привет. У нас опять дождь. Мы сейчас едем на занятие суббота. Но занятие какое? Он такой развивающий мастер-класс по раскрашиванию яиц пасхальных. Ну вот что-то опять как бы с дорогами. Как дождь, так у нас проблема с машинами. Вот, всем ладно, мы поехали. Наши подъезжают. Включила, включила. Оказался не наш. У нас серый Volkswagen. Ну вот как дожди. 15 минут, 20 минут я вот машину пока заказала еле. Иногда бывает прям минуту хватает, а иногда вот так вот подолгу, когда погода. Яр, стоп, шапку не снимай. Яр, ну хватит себя вести. Яр, включись. Что ты там машешься? Внизу такие вот зубчики, да, цыпленок толкается там сидит. Сейчас мы вас уводим. И вверху зубчики. Мы отзанимались. Теперь идем. Покажу дома, что он там сделал. Покажу. Яйца вот такие. Ну там дождик, поэтому сейчас мы вызвали машину. Аккуратно. Наступай, наступай на ноги. Еще. Хорошенько, плотнее наступай. Еще. Идем за ручку. Пиши, написал. Пиши. Ж, это звонкое или глухое? А? Яр. Ну что ты? Хорошо, давай. Увидел камеру. Ж, это звонкое или глухое? Ну поснимаю тебя, нет? Ладно, хорошо, не буду. Мы вышли на улицу, у нас опять не пойми что, то ли снег идет, то ли дождь какой-то непонятный. Надо дать пройти наш атак сюда, в Ашан, сходить воды взять. Картошку мы с ним пожарили, но в основном картошку уже я потом жарила. И мы сели занимались. Кусочек я вам поставила. Вот. Он, конечно, видите, не хочет сниматься, чтобы его не снимали, когда он занимается. Поэтому как-то я сейчас... И не ставлю. Вот пока уроки сделали. Сейчас Яра остался кушать. Эмилию его страховать. Ой, а мы вышли с Андреем. Андрей идет передо мной там. Мусор несет. Мы сейчас за мусоркой. Потом в обратном направлении в магазин пройти. Хотела что-то рассказать. И мысль перешла, перескочила. И все. Я в том ролике так, я говорю, да я писала. Мне получилось, мне не хватило места. А было достаточно холодно. И уже надо освобождать. Сейчас Телеграм очень много забирает места. Вот. И вспомнила, что я хотела рассказать. Рассказать то, что сейчас Яра участвует у нас в конкурсе «Лига мечты». И я оставлю ссылочку. Если не сложно, туда перейти, лайкнуть. Вот, Ярик, мы там ролик ставили, там просто как бы все ребята, кто участвует, могут поставить, создать ролик. Ну вот Андрей поставил наш ролик, который мы записывали. Но я не помню, мы с этой музыкой, нет, или не с этой музыкой ставили вообще на канал? На второй канал с этой же, да, музыкой? А, ну вот, мы с этой же музыкой ставили на второй канал у нас. Особое детство. Вот. Так что, если интересно, переходите. И даже Лига мечты, да, горжусь, ставил его как рекламный ролик, то есть под своим постом. То есть, как бы там получается, как ты ролик загружаешь на свой канал, на свою страничку, и просто ставишь хэштег. А они даже взяли его и поставили у себя на страничке, что именно вот такие нужны ролики делать. Так что вот так вот. Такое маленькое отступление. Ладно, сейчас мы зайдем в магазин, посмотрим там. Фу. В общем, зашли. Не рассчитали время, уже 10 часов почти, а там он до 10. Ну, чтобы все за 3 минуты успеть быстро-быстро, смысла нету. Так что идем дальше, прогуливаемся пока.
Вот. И я в прошлый раз писала про тортик, спрашивали, который я сделала, Наполеончика из ушек. Знаете, он получился очень классный, вкусный. А там, где я ломала их, они получились достаточно мягко и, ну, такие пропитавшиеся. А где целые ушки, они, конечно, полностью не пропитались, и больше получилось как печенье такое с кремом. Но все равно вкусно. Просто как бы получается, он пошел не как тортом, а уже такими печеньками надо было все-таки съедать его по отдельности. Тебе понравилось, Андрей? Вот, Андрею тоже понравилось. Мы купили еще. Я купила сливки. Мне сейчас нравится в Ашане. Кстати, свои сливки. Они очень хорошо сбиваются, ашановские. И стоят подешевле как-то, но сбиваются хорошо. Но мне кто-то написал комментарий. Я потом только, на самом деле, дошло, когда в самом рецепте там тоже крем такой заварной. То есть крем надо делать теплый. Чтобы теплым кремом заливать, чтобы он, получается, это размяк. Ну, грубо говоря, и пропитал. Но я, честно говоря, изначально немножко не хотела, чтобы вот так вот его пропитывать. Думала, как это, да? Он будет мягкий, совсем мокрый. Ну, попробуем. В этот раз попробую сделать заварной крем. И пропитать вот эти уже ушки заварным. Попробуем так, тогда я вам покажу и расскажу. Так что, в принципе, получилось вкусно. Очень вкусно. Но это был уже не Наполеон, а больше как слоеное пирожное с кремом. Вот так. Что там у тебя? Всем доброе утро. Мы пришли на коня. А? Зачем? Идем, идем быстрее. Короче. Вот! Вот! Видишь, как здорово? Что забыл? Я забыл? Я ничего не забыл, я все помню. Давай. Он просто очень устает. Ты сам поправился? Молодец. Теперь в ту сторону поправляйся. Хорошо. Да, ты уже с ума сходит. Ярослав, давай. Шапку снять. Хорошо, давай. Да блин. Но! Ой, а что, они просто распашли с этими яблоками. Давай, бери. А, у нас не было яблок. Дай. А там, держи. Коняки, как они начали прям по стенкам нам бить. Да, конечно. Взял? Где? Молодец. Занятия идете, а где наша доля? Нигде. Все работают. Так, дальше берем. Аккуратно, не расходишь. Аккуратно, спокойно. Давай, все, взял? Молодец. Прожуй, начал, у тебя он еще морковку. Ты морковку хотела, а она что-то в магазинах гнилает. Давай. Да, у них у каждого есть свой хозяин, как нам сказал инструктор. И каждый он получает по мере своего, по своей работе. Отработал, значит получил вкусняшку. Ну, пан, сказал, что это сейчас да, это его отработанные гостинцы. Немножко пару сейчас подали. Не балуйся, не надо показывать. Да. Кормить только своих, потому что вся отработала очень много, и ему надо будет вкуснее. Но она так относится, очень трепетно. Она к Поле очень так относилась трепетно, но Поле вот, ну мы даже не рассказывали, да, Поле умерла. Ну, мы говорили как-то. Так, это про... Сейчас Руси работает один, поэтому... Вся нагрузка на занятия. Поэтому вкусняшки, всякие фрукты.
А вот сейчас приходили, это, толпа была, студент или кто-то, вот они с сахаром, это. Они приносили, да? Ну, сюда? Пакеты были, я не знаю. Для чего они сюда приходили, какая-то экскурсия или что. Ну. Вот его вольер последний. Сейчас туда положим и этот. Вот. Положим вот. Красавцы тренируются. Так, мы пришли на вокзал, берем билеты. Ну, подробности мы уже расскажем потом. Уже когда уже Мила потом сядет и уже расскажет, что, как, почему и зачем. Пока мы. Дай бог, чтобы все получилось. Привет, все нормально, нормально. Сопровождаешь. Даже мы можем даже с собой все животные взять. Сыну взять можно? Можно. Не, ну сейчас очень интересно, поэтому, кстати, расскажу, что мы сейчас можно легко брать билеты. Там уже усиленный контроль, честно говоря, проверяют снова рамки, этот, поэтому. Все, не надо. Все по-серьезному. Так, стоп, давай отключайся, иди проверяй со мной. Начал приговаривать. Мальчик неожиданно затих и стал слушать. А наутро, проснувшись, он попросил, чтобы отец снова рассказал ему вчерашнюю сказку. И вот эта вот сказка, которую он ему приговаривал, оказалась известным произведением «Крокодил». Вот он, посмотри, крокодил, главный герой этого произведения. Давай прочитаем, что же тут про крокодила пишут. Это твой рай, искать его отражение в предметах черного цвета и слышать в голосе май. Наверное, это твой рай в лучах оконного света, так близко кажется небо, когда глаза цвета рай. И хорошо, что он не знает про такую, как ты, что в мечтах твоих ванильные снежинки зимой, а под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдет. Тебе не стыдно закричать о том, что это любовь. Его слова на 3 минуты так прожгли твою кровь. Ты продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен еще. Наверное, это твой рай, бродить, срывая букеты, так их спасая от ветра, и врать, что дарит цветы. Конечно, если б не он, ты не встречала б рассветы твоей холодной планеты, в которой делят мосты. И хорошо, что он не знает про такую, как ты, что в мечтах твоих ванильные снежинки зимой, а под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда.